Тихоходные транспортные средства хотят штрафовать. Идею поддержали в Госдуме России. Речь идет о тех машинах, которые едут по загородной дороге медленнее 30 км в час и мешают другим автомобилям. По задумке законодателей, штрафовать водителей таких машин надо на 1500 рублей. Напомним, что правила дорожного движения разрешают обгонять тихоход даже в зоне действия знака «Обгон запрещен». При этом медленно едущая машина обязана иметь специальный опознавательный знак – красный треугольник. Но это требование обычно не выполняется.